Якщо ви думаєте, добрий день, що я сьогодні збираюсь в програмі джаз грати на контрабасі, ви помиляєтесь. Просто була нагода відчути себе хоч на хвилинку у шкурі свого головного героя. Цей інструмент на джазовому слензі називають бегемотом. Я дуже радий, що бегемоти повертаються, такі великі, такі переконливі. І дуже радий, що і люди, які грають на цьому інструменті краще за мене. Сьогодні наш гість, контрабасист, продюсер Максим Гладецький. Гладецький, головний герой сьогоднішньої програми, хочу, як і зараз, нагадати, ми всі готуємося з вами до 5-го міжнародного фестивалю «Jazz in Kyiv», який проходитиме в столиці України 26, 27, 28 жовтня у Міжнародному центрі культури та мистецтв, де збереться дуже багато гарних музикантів. Приходьте, не забудьте. А сьогодні про контрабас. Когда-то я читав інтерв'ю з Петом Метіні, який сказав, що в симфоническому оркестрі він вибрав валторн. И когда его спросили, почему, он объяснил, валторна в центре оркестра. Меня не волновал и инструмент, меня волновало то, что я сижу в центре и слышу всех вокруг. У тебя контрабас был твоим первым инструментом? Нет, контрабас был вторым, первая была скрипка. Даже знаешь. Примите мои соболезнования. Да. Вот. А контрабас был просто поводом начать играть джаз и возможностью, собственно говоря, начать играть джаз. Потому что на скрипке я играл, ну, скажем, не очень хорошо. Ну, недостаточно, скажем так, хорошо, потому что скрипка предполагает собой все-таки, ну, более виртуозные владения. Ну, ты помнишь старый музыкантский анекдот? С точки зрения пожарника, чем отличается скрипка от контрабаса? Да. Ответь, пожалуйста. Контрабас дольше горит, да. Дольше горит, да. Я не знаю, что такое контрабас, но я знаю, какая штука называется любовью. А ты знаешь, какая это такая штука? Догадываюсь. Ми слухаємо головного героя сьогоднішньої програми Максима Гладецького. Thank you.
Максим Гладецький, скажи, як ти граєш джазові стандарти, і я скажу тобі, хто ти. Макс, ще один вопрос. Сначала контрабас был академическим, да? Ты закончил консерваторию как академический? Музыкальное училище. Музыкальное училище, по-моему, в Молдавии, да? Нет, музыкальное училище в Виннице как раз. В Виннице. Да, я туда и специально поступил для того, чтобы играть джаз с Юрием Шипетой. Я еще одним известным нашим виннецким пианистом. А потом была консерватория? А потом была консерватория, уже джазовое отделение, да. Но, к сожалению, так получилось, что это были тяжелые годы развала Советского Союза. Поступил в одной стране в консерваторию, закончил уже в другой стране. Педагоги разъезжались, уезжая. У меня был прекрасный преподаватель Лемперт Яков Зельманович. Понимаешь, куда он уехал собирать апельсины, к сожалению. Да, как глубоко бывает за рекламу, да? Да, вот. И поэтому пришлось осваивать инструмент практически самостоятельно. И, в общем, все, чему я научился, ну, я научился практически сам. И, к сожалению, вот знаешь, вот школы такой правильной, как я сейчас это представляю себе, да, и как я мог бы сейчас кого-то научить, да, вот мне такой преподаватель не встретился, к сожалению, в жизни. Але він лукавить, я скажу вам чому. Максим лукавить, тому що, можливо, багато з вас знають про кінострічку, музичну кінострічку «Стіляги» Валерія Тодоровського, так? І знаєте, знову ми повертаємось до тієї теми, що мало хто з вас знає, що усі аранжування для духових інструментів цього фільму зробив Максим Гладецький. Макс, а скажи мені, важко контрабасисту робити аранжування для духових? Знаєш, це був взагалі визов. Это был большой вызов и большая авантюра, как бы, с нашей стороны, когда мы в это все ввязались, на самом деле. Но я такой, я знаю, Юра, что я-то делал аранжировку, да, для ритм-секции. Да. Ну, у нас тогда сложилась вообще замечательная, как бы, команда. У нас было три цеха. Вокальный цех, которым занимался замечательный певец и аранжировщик Костя Пона. Вот. Из Мансаунда, да. Бывший солист Мансаунда. Юра Шипета. Блестящий аранжировщик. Константина Меладзе и очень... Джазовый музыкант. Джазовый музыкант. Музыка блестящий. Прекрасно. Вот. И Максим Гладецкий. Ты не знаешь, кто это? Вот. И так получилось, что Юра занимался как бы общей концепцией. Ну, да, то есть мы рассматриваем общую как форму, там какие-то гармонические моменты и так далее. Вот. Я занимался исключительно в основном духовыми, все, что касалось биг-бенда. И Костя Пона делал всю вокальную, там были блестящие вокальные партии, бэковые, многоголосия. Он, большинство из этого всего он сам исполнил. И это был первый опыт твой, да? Ну, почти первый, не буду лукавить. Конечно, я всегда интересовался аранжировкой, но до такой степени, как бы, да, так глубоко туда зайти. Я помню, что я обложился тогда школами, книгами. Хорошо, такой вопрос, по-честному ответь. А когда все прошло, и ты это послушал, сказал, вот Гладецкий молодец, а? Было такое? Такое на самом деле, конечно, было, но оно быстро проходит, потому что сейчас вот, да, так сказать, с опытом, с позиции уже прожитых лет, я уже понимаю, что бы я сделал лучше, что бы я изменил, почему я, ну, где ошибки я допустил и как нельзя было делать. Еще одно, чего вы не знаете. Максим Гладецький нещодавно став звукорежисером. Я знаю багатьох музикантів українських, не тільки джазових, які користуються його послугами як звукорежисера. Але сьогодні нас більш за все цікавить Максим Гладецький, виконавець на джазовому бегемоті, так називають контрабаси. Отже, Максим Гладецький та його партнери.
П'єса Максима Гладецького «Remember». І згадується фраза Максима Гладецького. Це він автор. Люблю музику без барабанів. Музика без барабанів буває, а ось телебачення без реклами навпаки. Триває програма «Джаз». Не забудьте про 5-й міжнародний фестиваль «Джаз ін Київ», який відбуватиметься в столиці України 26, 27, 28 жовтня. А сьогодні в нас панує контрабас і Максим Гладецький.
п'єса Макса Гладецького «Secret Joy». Можна перекласти як «Тайна радость», да, какая-то. А що таке «Secret Joy» Гладецького музиканта? В чому? Или можешь вспомнить какой-то концерт, когда вот эта радость была внутри? Да, я бы не так поставил вопрос, может быть. А как? Не, вопрос даже не столько в концерте, сколько вообще вот в самом процессе музицирования. Знаешь, когда вот происходит что-то, да, рождается нечто между музыкантами, когда не каждый на себя одеяло перетягивает, знаешь, а вот все-таки вот мы втроем сели, в общую копилку чего-то набросали и смотрим, а что же из этого родится, и бережно вот так вот. Может, поэтому два проекта, в которых ты играешь, вы не называетесь «Трио Родиона Иванова»? Я думаю, да. «Трио Петра Пашкова» вы всегда. Пашков, Гладецкий, Волков. Иванов, Гладецкий, Волков. Что-то в этом есть? Ну, в этом есть. Во-первых, ну, в принципе, это все равно трио солистов, скажем так, да. Все полноценные, равноценные, скажем, музыканты. Вот. И, конечно же, всегда хочется чего-то привнести и посмотреть, а что же родится в процессе вот нашей игры, нашего музицирования. Вот это, собственно, самое интересное, ради чего этим стоит заниматься. Сказал Макс, никогда не знаешь, да, что же произойдет сейчас, хорошо, что будет вот дальше. Ты тоже не знаешь, что сейчас произойдет, а я знаю. Сейчас будет тест вслепую. Хочу тебя сразу успокоить. Все 6 басистов, которые будут представлены, а может быть меньше, если не успеем, выдающиеся мастера на своем инструменте. Один даже, я бы сказал, супер выдающийся. Очень интересно. Первый фрагмент. Так играл только один басист. Можешь рассуждать вслух. Это тот или тот? Такой или такой? Ну, это только Педерсон мог быть. Нет, а еще? По фразировке. Я бы не сказал. Неужели... Не, ну это не Рон Картер точно. Нет, это не Рон Картер. Только один басист так играет. Кто же это, Рэй Браун? Рэй Браун, конечно же. А ты думал, я тебе дам Рэй Брауна, чтобы ты его узнал с первой ноты? Ну, конечно. Браво, все равно. Мне подобается, когда музыкант думает в голос. Он зараз думал. И было несколько версий. Поехали далее. Педерсоном. Браво! Оскар Питерсон и Нильс Кёнинг Острид Педерсон. 2-0. Я знаю, кто это играет. Я знаю, кто так плохо играет на контрабасе. Ну, назови вслух. Да. Макс Гладецкий. Максим Гладецкий. На самом деле, это... Одна из лучших твоих, по моему убеждению, ансамблевых работ – программа памяти Билла Эванса в клубе «Динамо» с Юрой Шипетой, которого мы сегодня вспоминали. Сережа Овсяников, Виталик Иванов, Сережа Табунчик. Спасибо нашим музыкантам. И последний фрагмент. А кто так играет? Ну, говори. Баса больше не будет. Ты можешь слышать. Баса больше не будет, да? Ну так может только Чарли Хейден, наверное. Чарли Хейден, браво! Макс, а из перечисленных басистов кто для тебя был самым близким? Есть? Ну, из перечисленных, ну, может быть, Рон Картер. Но на самом деле ты... К сожалению, не поставил 3 моих вообще самых... Эдди Гомеса. Эдди Гомес, конечно. Марка Джонсона и Джона Патитуччи. Совершенно, ну нет, не Джон Патитуччи, а скорее все-таки...
приедет к нам в этом году, сегодня, в этом году приедет к нам с Лешей Каможером. К нам на фестиваль? Да. Ларс Даниэльсон. Ну, это было бы слишком просто, если бы я не поставил Ларса. Ларса Даниэльсона будешь слушать 27 октября. Ну, есть еще такой блестящий басист, как Гарри Пи, как ты его тоже не поставил. Ну, это было бы для тебя слишком просто. Ну, конечно. Макс, вот я не знаю, может, у меня только так. Вот у меня есть баллада моей жизни. У тебя есть какая-то лирическая пьеса, которую ты считаешь вершиной джаза? Балладная. Вершина джаза? Для тебя. Это провокация, на самом деле. Я думаю, это «Призма». «Призма», «Кита Джарита». «Кита Джарита», да. Браво. Макс Долгодецкий. Сыграйте что-нибудь из ниоткуда. Хорошо. Thank you.
Ось так може народитися п'єса. Ще раз хочу нагадати вам, що фестиваль «П'ятий міжнародний джаз ін Київ» з 26 жовтня, а реклама на каналі TVI прямо зараз. Триває програма «Джаз». Наш гість і головний герой сьогодні – чоловік з контрабасом. Це Максим Гладецький. Він не тільки контрабасист, аранжувальник, композитор, звукорежисер і риболов. Макс, в цьому році була поймана охотяна риба більше твоєго інструменту? Ні, в цьому році, к сожалению, ні. В прошлом году була хороша рибалка. У тебя есть друг Паша Столбов, да? Да, ну еще он один, вообще, да? Он монстр в этом. Вот он ловит рыбы такие вот. Я помню, когда ты позвонил Паше, он говорит, Гладецкий подтянул карпа, а вытащить не смогли, он не помещался в садок. Не помещался. Это правда? Да, он не помещался в садок. Ладно, рыба рыбой. Макс, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, как у композитора, как у аранжировщика, вот ансамбль твоей мечты или музыка, которую ты хотел бы написать для какого-то определенного состава инструмента? У Анриты Ксиера была мечта, он ее воплотил, хор контрабасов, 19 контрабасов, ты знаешь, это известнейший коллектив европейский, где вместе играют, это аномалия, 19 людей с контрабасом, ну, да. Это страшно. Кажется, это слегка. Тем не менее, есть ли такое что-то у тебя? Есть, конечно, конечно есть. Ну, конечно, это симфонический оркестр. Серьезно? Да, то есть что-нибудь вот туда. Мало того, сейчас я этим занимаюсь, очень много записываю симфонической музыки для кино. Вот, и мы уже пытаемся протолкнуть это даже в сериалы. Протолкнуться? Надо толкаться, да, Макс? Ну, к сожалению, да, потому что бюджеты очень крошечные, и почему-то сложилось такое мнение, что если сериал дешевый, да, то там и должна быть дешевая пластмассовая музыка, которую сейчас уже слушать на телевидении просто невозможно. А вспоминается почему-то Walt Disney и мультики, совершенно где верно. Каждое движение... Совершенно верно, да. И на самом героя... деле... акценты, паузы, все да, это. Да, потому что раньше просто еще бытовало такое мнение, что у нас этого сделать невозможно, и музыканты у нас слабые. А сегодня далее. Можно. А сегодня можно, и блестящие есть оркестры, и музыканты великолепные, и аранжировщики, и композиторы. Все это можно делать, и дешевле гораздо, чем на Западе. Мой традиционный вопрос на сегодняшний день. Самое твое яркое выступление для тебя? Или таких было много? Ты знаешь, я их не считал, не записывал. Из последних, может быть, выступление на Альфа Джаз Фесте, кстати. А все говорили. Мне показалось, что нам удалось. Да, музыка удалась. Ты же знаешь, я же... одна из еще, знаешь, таких фраз, что игра на инструменте не является музыкой. Да? Вот, а музыка, она находится вообще между звуками. Ты помнишь, мы когда-то говорили, когда увидели название книжки Рона Картера «В поиске правильных нот»? Совершенно верно, да. Это он-то еще не нашел и ищет. Последние три пьесы, которые были в твоем iPad, в твоем CD-плеере, что слушал? О, я много сейчас слушаю музыки, но последняя, кстати, вот последняя почему-то, это Поланка, например, ты знаешь его блестящие, здорово, блестящие с биг-бендом работы, просто уникальные. Вот. Опять же, оркестр Мишеля Леграна. Знаешь, ты, да? Ты эту... тяготеешь к музыке очарования. Совершенно верно. Да, это здорово. Вот. Кого бы ты мог выделить сегодня из молодых украинских джазовых музыкантов, сказать, вот у этого парня хорошее будущее? Ты знаешь, чтобы не много сглазить. Сейчас появилось реально. Ну, скажи их имена, у нас передача для этого. Ну... Плеяда появилась блестящих, на мой взгляд, духовиков сейчас. То есть это и Богдан Гуменюк, и Богдан Кравчук, замечательный просто. Вот, ну, как бы мой, что называется, мой человек. Сейчас, к сожалению, он вот ездит, так бы он стоял сейчас рядом. Именно молодые, да. Молодые ребята, да. Тот же самый Денис Аду становится просто блестящим трубачом, блестящим. Из барабанщиков, да, и Паша Галицкий, и сейчас поразъезжались ребята... в разные страны, сейчас уже их и украинскими не назовешь. Как ты относишься к тому, что очень многие музыканты играют в поп-музыке и играют здорово?
Вообще джазовые музыканты, это, как по мне, это вообще элита музыкантская в принципе. Потому что то, что может себе позволить джазовый музыкант, вряд ли когда-нибудь позволит себе рокер, попсовик и даже классик. Вот, потому что джазовая музыка — это разговор, это то, что рождается непосредственно, это научиться говорить на своем инструменте, просто разговаривать. Вот это была моя мечта, я к ней иду, ну, уже какие-то шаги сделаны небольшие, и, по крайней мере, я понимаю, что какую-то мысль, даже простую, скажем так, несложную, но я уже могу ее донести. Макс, ну ты же веселый человек, ты самый ироничный человек, джазмену без самой иронии нельзя. Представь себе, вот грянул страшный кризис. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. В переходе сможешь поиграть? Ну, конечно, смогу. Конечно, смогу. Кого возьмешь с собой? А вот, ребята, всех и возьму. А если серьезно, традиционный вопрос перед окончанием программы. Продолжим мою фразу. Максим Гладецкий — это... Это человек. Я дякую людині з контрабасом, дякую вам за те, що слухали сьогодні нас. Не забудьте про фестиваль «Jazz in Kyiv». Наш партнер – торговельна марка «Рошен». Музика справжнього смаку. Мене звати Олексій Коган. До побачення. Thank you.